А в Киеве сегодня был новый митинг. Его участники, представляющие интерес сельхозпроизводителей, попытались пронести в здание Верховной Рады свинью в гробу, как символ гибели животноводческой отрасли на Украине. Внутрь демонстрантов не пустили, завязалась драка. В акции участвовали около 200 человек. Они выступали против нового налогового законопроекта, который как раз сегодня рассматривала Рада, и который, по мнению пикетчиков, задушит сельское хозяйство. Аграрии заявили, что продолжат протесты, и акции станут более массовыми по всей Украине. Thank you.